В Волгограде подрядчик приступил к реализации первого этапа по прокладке обводной линии канализационного коллектора в пойме реки Царицы. В рамках подписанного соглашения под полотном детской железной дороги исполнитель проложит стальной футляр, внутри которого пройдет трубопровод из полимерных материалов. При помощи расширителей для бурения подрядчик постепенно увеличивает диаметр канала до необходимого размера. В общей сложности специалисты проложат в пойме Царицы 500 метров трубопровода диаметром 1000 миллиметров. Основную часть работы выполнят методом горизонтального бурения, но 150 метров трубопровода уложат открытым способом. Это позволит предотвратить возможные повреждения многочисленных коммуникаций на этом участке. Там, где специалисты монтируют линию трубопровода, рабочие разбирают брусчатку и временно пересаживают растения. По окончании работ их вернут на место. Решение о прокладке обводной линии водоотведения было принято губернатором Андреем Бочаровым в ходе оперативного совещания 4 ноября на месте ликвидации аварии на коллекторе. После ее запуска можно будет провести этапную санацию двух существующих линий коллектора.